Всем привет! Вы на канале Кофис. 1 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге в экспо-форуме компания Кофис стали участниками рекламного хаба. Рекламный хаб – это ежегодное мероприятие, на котором бизнесменам и бизнесвумен представляется уникальная возможность пообщаться с крупнейшими российскими компаниями, представляющими свои услуги в области рекламы. В общем и целом, публика на мероприятии была довольно разной. От людей, которые занимаются организацией государственных мероприятий, и до людей, создающих рекламные и обучающие материалы на базе виртуальной реальности. В этот раз компания Кофис выступила не в качестве экспонента, а в качестве спонсора данного мероприятия. Участникам рекламного хаба была доступна возможность попробовать кофе из флагманской модели Dr. Coffee Proxima F22, а также возможность оценить 4 бленда кофе из нашей брендовой линейки 4 фрегата. Также участниками мероприятия стали люди, занимающиеся гастрономическим бизнесом. Им представилась отличная возможность пообщаться с ведущими специалистами нашей компании и получить эффективный кейс развития своего бизнеса. Ну а если вы хотите, чтобы компания Кофис стали спонсором вашего мероприятия, то в описании вы найдете все необходимые контакты. А на этом все. Пока.